Ей, подойди, Саныч. Добрый день. О, какой взрослый человек уже. Ни одного слова говорил, не говорит никому. Но они разговаривают со мной, я откуда знаю. Еще я одного скажи слова, тогда отключат полностью. Отключаю. Боже милости, будь мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Вячеслав, я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойно есть, всякого истину блажить тебе, Богородицу, преснаблаженную и пренепорочную, Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую, воистину Серафим, без исцеления Бога, Слово, рожившую и сущую, Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскрес из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери, силы честного животворящего Христа, всех святых ради, спаси и помилуй нас, яко благ неси, и человека любит. Аминь. За молитву святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истинной, и же везде сты, и вся исполняя, сокровища благих и жизни подателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наши. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наше. Святые, посети и исцели немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущий дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Восемьдесят восьмой псалом. Милости Твои, Господи, буду петь вечно. В рот и рот возвещать истину Твою устами моими. Ибо говорю, навек основана милость, на небесах утвердил Ты истину Твою, когда сказал, я поставил завет с избранным моим, клялся Давиду рабу моему. Навек утвержу семя Твое, в рот и рот устрою престол Твой. И небеса прославят чудные дела Твои, Господи, и истину Твою в собрании святых. Ибо кто на небесах сравнится с Господом? Кто между сынами Божьими уподобится Господу? Страшен Бог в великом сонме святых. Страшен Он для всех окружающих Его. Господи Божий сил, кто силен, как Ты, Господи? Истина Твоя окрест Тебя. Ты владычествуешь над яростью моря. Когда воздымаются волны его, Ты укрощаешь их. Ты низложил Раава, как пораженного, крепкой мышцей Твоей рассеял врагов Твоих. Твои небеса и Твоя земля, вселенную, что наполняет ее, Ты основал. Север и юг Ты сотворил, Фавор и Ирмон о имени Твоем радуются. Крепка мышца Твоя, сильна рука Твоя,
высока десница Твоя. Правосудие и правота – основание престола Твоего. Милость и истина предходят пред лицом Твоим. Блажен народ, знающий трубный зов. Они ходят во свете лица Твоего, Господи. А имени Твоим радуются весь день, и правдой Твоей возносятся. Ибо Ты – украшение силы их, и благоволение Твоим возвышается рог наш. От Господа щит наш, и от святого Израилева царь наш. Некогда говорил Ты в видении святому Твоему и сказал: «Я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа. Я обрел Давида, раба моего, святым елеем моим помазал его. Рука моя пребудет с ним, и мышца моя укрепит его. Враг не превозможит его, и сын беззакония не притеснит его. Сокрушу перед ним врагов его, и поражу ненавидящих его. И истина моя, и милость моя с ним, и моим именем возвысится рог его. И положу на море руку его, и на реки десницу его. Он будет звать меня: Ты отец мой, Бог мой и твердыня спасения моего. И я сделаю его первенцем превыше царей земли. Вовек сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет верен. И продолжу вовек семя его, и престол его, как дни неба. Если сыновья его оставят закон мой, и не будут ходить по заповедям моим, если нарушат уставы мои, и повеления моих не сохранят, посещу жезлом беззаконие их, и ударами неправду их. Милости же моей не отниму от него, и не изменю истины моей, не нарушу завета моего, и не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святостью моею, солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце передо мною. Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах. Но ныне ты отринул и презрел, прогнился на помазанника твоего, пренебрег завет с рабом твоим, поверг на землю венец его, разрушил все ограды его, превратил в развалины крепости его. Расхищает его все проходящие путем, он сделался посмешищем у соседей своих. Ты возвысил десницу противников его, обрадовал всех врагов его. Ты обратил назад острие меча его и не укрепил его на брани. Отнял у него блеск и престол его поверг на землю. Сократил дни юности его и покрыл его стыдом. Доколе, Господи, будешь скрываться непрестанно, будет пылать ярость твоя, как огонь. Вспомни, какой мой век, на какую суету сотрил ты всех сынов человеческих. Кто из людей жил и не видел смерти, избавил души свои от руки преисподней? Где прежние милости твои, Господи? Ты клялся Давиду истину твоею. Вспомни, Господи, поругание рабов твоих, которую я ношу в недре мою от всех сильных народов. Как поносят враги Твои, Господи, как бесславят следы помазанника Твоего. Благословен Господь вовек. Аминь. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Не находя себе истинного оправдания, мы, грешные, приносим Тебе, наш Владыка, эту молитву. Помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй нас, ибо мы на Тебя надеемся. Не прогневайся на нас сильно и не вспоминай беззаконий наших. Но призри и ныне, как милосердный, и избавь нас от врагов наших. Ибо Ты Бог наш, и мы люди Твои, все мы дело рук Твоих, и имя Твое призываем. И ныне присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери открой нам,
благословенная Богородица, чтобы мы, надеющиеся на Тебя, не погибли, но избавились бы через Тебя от бед, ибо Ты – спасение рода христианского. Боже вечный и Царь всего созданного, сподоби меня дожить до этого часа, прости мне грехи, которые я совершил в этот день, делом, словом и помыслом, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой нечистоты, плотской и духовной. И дай мне, Господи, эту ночь проспать спокойно, чтобы, встав с моего низменного ложа, я во все дни жизни мои делал угодному Пресвятому имени Твоему и побеждал нападающих на меня врагов плотских и бесплотных. И избавь меня, Господи, от искверняющих меня суетных мыслей и дурных желаний. Ибо Твое царство, сила и слава Отца и Сына и Святого Духа теперь всегда, веки вечные. Аминь. Аминь. Вседержитель, Слово Отче Иисусе Христе, будучи Сам совершен, по великому милосердию Твоему, никогда не покидай меня, раба Твоего, но всегда пребывай во мне, Иисусе, добрый пастырь Твоих овец. Не предавай меня мятежному змею, и не оставь меня на волю сатаны, ибо во мне есть семя погибели. Ты, Господи Боже, которому поклоняются, Царь Святой Иисусе Христе, сохрани меня во время сна немеркнувшим светом, святым Твоим Духом, которым Ты осветил Твоих учеников. Дай, Господи, и мне недостойную рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем. Просвети ум мой светом уразумения Святого Евангелия Твоего, душу любовью ко Христу Твоему, сердце чистотой Слова Твоего, тело мое Твоим страданием, чуждым страсти, мысли мою сохрани Твоим смирением. И подними меня в надлежащее время на прославление Тебя, ибо Ты препрославлен вместе с неимеющим начала Отцом Твоим и Пресвятым Духом во веки. Аминь. Аминь. Господи, Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, умилосердись и помилуй меня грешного раба Твоего. Отпусти и прости мне недостойно все, чем я сегодня согрешил перед Тобою сегодня, как человек и более, не только как человек, но и хуже скота. И отпусти мне недостойно все мои грехи, вольные и невольные, сознательные и несознательные, совершенные с юности от злого коварства, вспыльчивости и беспечности. Если я именем Твоим клялся и похулил его в помышлении моем, или кого укорил, или оклеветал, или от чего-либо прогневался в гневе плоти, или опечалил, или солгал, или безвременно спал, или пришедшего ко мне нищего презрел, или опечалил брата моего, или возбуждал ссоры, или кого осудил, или развеличался, или возгордился, или разгневался, или во время молитвы ум мой стремился к лукавым мирским помыслам, или имел хитрые мысли, или обидался, или опивался, или без ума смеялся, или злое помыслил, или добро чужое увидев, уязвлен был сердцем, или непристойно говорил, или над грехом брата моего посмеялся, тогда как мои согрешения бесчисленны, или к молитве был нерадив, и все то, что сделал злого, и забыл, ибо беззаконие мои превосходят перечисленное, то помилуй меня, Творец мой и Владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и разреши, и освободи, и прости меня, как благий и человеколюбивый, чтобы я блудный, грешный, несчастный, с миром лег, уснул и почил, поклонившись, воспев и прославив пречистое имя Твое, с Отцем и Единородным Сыном, теперь, всегда и во веки. Аминь. Аминь. Что Тебе принесу, или что Тебе воздам, великодаревитый, бессмертный Царь, щедрый и человеколюбивый Господь, за то, что меня ленивого на Твое служение и ничего доброго не сделавшего, Ты довел до конца этого прошедшего дня, направляя к повиновению и спасению мою душу. Будь же милостив ко мне грешному, не имеющему никакого доброго дела,
Восстанови мою падшую и осквернившуюся бесчисленными согрешениями душу, и отклони от меня земные греховные помышления. Ты один безгрешный. Прости мои согрешения, совершенные перед Тобой в этот день сознательно и несознательно, словом, делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам сохрани меня от всякого вражеского нападения, защищая Твоей божественной властью, неизреченным человеколюбием и силой. Боже, изгладь и прости множество моих грехов, умилосердись надо мною, Господи, освободи меня из сети дьявола, спаси мою страдающую душу и осияй меня светом лица Твоего, когда придешь во славе Твоей. А ныне дай мне уснуть сном неосужденным и охрани помышления раба Твоего от мечтаний и смущения. Отгони от меня сатанинское действие, просвети мысленные очи моего сердца, чтобы не уснуть мне смертным сном. Пошли мне ангела мира, хранителя и наставника душе и телу моему, избавляющий меня от моих врагов, чтобы, встав с постели моей, я принес Тебе благодарственные молитвы. О Господи, услышь меня грешного и убогого раба Твоего. Дай мне по пробуждении с чистой совестью поучаться закону Твоему. Удали от меня через Твоих ангелов бесовскую беспечность, чтобы благословлять Твое святое имя и прославлять и хвалить Пречистую Богородицу Марию, данную нам грешным в защиту. Прими ее, молящуюся за нас. Ибо зная, что она, подражая Твоему человеколюбию, не перестает молиться за нас. Ее ходатайством, знамением многочтимого креста и по молитвам всех Твоих святых сохрани мою убогую душу и Иисусе Христе Боже наш, ибо Ты один свят и препрославлен во веки. Аминь. 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 Господи Боже наш, в чем согрешил я в этот день словом, делом и мыслью, прости мне, как благий и человеколюбивый. Даруй мне мирный сон, чуждый волнением страстей. Пошли ангела Твоего хранителя, защищающий меня от всякого зла, ибо Ты хранитель душ и тел наших, и мы воссылаем Тебе славу, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь, всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи Боже наш, в Котором мы веруем, и имя Которого больше имени всякого призываем, даруй нам, отходящим ко сну, облегчение душе и телу, сохрани нас от всякого мечтания и от скверного сладострастия. Прекрати страстное желание, угаси пламень возбуждений, даруй нам хранить целомудрие в словах и деле, чтобы, восприняв совершенную жизнь, не лишиться нам обещанных Твоих благ, ибо Ты благословен во веки. Аминь. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ. Господи, избавь меня от вечных мук. Господи, умом или помыслом, словом или делом согрешил, прости мне. Господи, избавь меня от всякого неведения, забвения, малодушия и окаменевшего нечувствия. Господи, избавь меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, омраченное лукавыми страстями. Господи, я как человек согрешил, Ты же как Бог щедрый, помилуй меня, видя немощь моей души. Господи, пошли благодать Твою в помощь мне, да прославлю Твое святое имя. Господи Иисусе Христе, напиши меня, раба Твоего, в книге жизни, и даруй мне благую кончину. Господи Боже мой, если я ничего доброго не сделал перед Тобою, но дай мне по Твоей благодати положить доброе начало. Господи, окропи сердце мое росою Твоей благодати. Господи, небо и земли, вспомни меня грешного, гнусного и нечистого раба Твоего, царстве Твоем. Аминь. 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 Господи, прими меня кающегося. Господи, не оставь меня. Господи, не ввели меня в напасть. Господи, дай мне благую мысль. Господи, дай мне слезы, памятование о смерти и умиление. Господи, дай мне расположение к исповеданию грехов моих.
Господи, дай мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дай мне терпение, великодушие и кротость. Господи, вкорени благой Твой страх в сердце мое. Господи, сподобь меня любить Тебя от всей души моей и помышления, и во всем исполнять волю Твою. Господи, защити меня от злых людей, бесов и страстей, и от всего вредного для меня. Господи, делай по Твоему созволению все, что Ты хочешь, да будет воля Твоя и надо мной грешным, ибо Ты благословен во веки вечные. Аминь. Аминь. К Тебе, Пречистая Божия Матери, припадая, я несчастный молюсь. Ты знаешь, Царица, как я беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего. И хотя многократно каюсь, но лживым оказываюсь перед Богом моим, и вновь со страхом каюсь, и тотчас опять то же делаю. Неужели Господь поразит меня? Знаю об этом, Владычица моя, Госпожа Богородица, молюсь, чтоб помиловала и укрепила, и поучила меня делать доброе. Ибо знаешь, Владычица, что я совершенно гнушаюсь злыми моими делами, и всем помышлением люблю закон Бога моего. Но не знаю, Госпожа Пречистая, почему доброго не делаю, а злое, которое не хочу, делаю, не допуская, Пречистая, исполняться моей злой воле. Но пусть будет воля Сына Твоего и Бога моего, который меня спасет, вразумит и подаст благодать Святого Духа, чтобы я отныне перестал делать скверное и остальное время пожил бы по заповедям Сына Твоего, которому принадлежит всякая слава, честь и власть со безначальным Его Отцом и Пресвятым, благим и дающим жизнь Его Духом, теперь, всегда и во веки вечные. Аминь. 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 Ангел Христов, святой мой хранитель и покровитель души и тела моего, прости мне все, в чем я согрешил сегодня, и избавь меня от всякой хитрости, идущего против меня врага, чтобы мне никаким грехом не прогневать Бога моего. Но молись за меня грешного и недостойного раба, чтобы представить меня достойным благости и милости Святейшей Троицы и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. 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 Да воскреснет Бог, и да рассеются враги Его, и пусть бегут от лица Его все ненавидящие Его. Как исчезает дым, так пусть и они исчезнут. Как тает воск от огня, так пусть и они погибнут при виде любящих Бога, осеняющих себя крестным знаменем, и с радостью говорящих: «Радуйся, многочтимый, жетворящий крест Господень, прогоняющий бесов силой Господа нашего Иисуса Христа распятого на тебе, сошедшего в ад и уничтожившего силу дьявола и давшего нам тебе свой чтимый крест для прогнания всякого врага. О многочтимый же творящий крест Господень, помогай мне со святой Госпожой Деву Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь». Аминь. У нас сейчас последняя молитва сейчас. Через полчаса поговорим. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу Единому во Святой Троице, прославляемому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, все мои грехи, совершенные во все дни моей жизни, во всякий час и в настоящее время словом, делом, помыслом, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием и другими моими грехами, как душевными, так и телесными, всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом осязания, которым Тебя, Бога моего Творца, прогневал и ближнего моего обидел. О них, сожалея, виновным явлюсь перед Тобою, Богом моим, и имею желание каяться, но только помоги мне, Господи Боже мой, смиренно со слезами молю Тебя. Совершенные же перечисления мои согрешения прости, и от всех их разреши по Твоему милосердию, как благий человеколюбивый. Аминь. Аминь.
Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий Владимир Никита, и милосердно к вам прибегаем, скорым помощником, молитвам о душах наших. Богородица Дева, радуйся, обрадана Мария, Господь с тобою. Благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко родилась и Христа Спаса, Избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, честного же творящего Христа Господня, не остави нас грешных, уповающих на тебя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победно сопротивное даруй, и Твое сохраняй крестом Твоим жительство. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение, аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, в который дал веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину. Аллилуйя! И сделал жизнь осмысленной. И вечность воздает добро всем, кто трудился над возрастанием моей души, Марии, Михаилу и Анне. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас молитвами своими, аллилуйя, и покроем опором любви от неприятелей, умещи сердца враждующих против нас. И в судный день врагам не помяни их безумие, Господи, они не знают, что худо творят. Поносящие дары Твои хулят Духа Святого, жалься над ними, аллилуйя. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешном. Благодарю Тебя, мой ангел, сколько лет Ты хранил душу мою от видимых и невидимых опасностей. Не покинь смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам, и введи ее навеки в вечное царство Христа, Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, предтеча Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, и никогда не роптать, никому не завидовать, но благодарить Тебя за все. И каждому дар и жилье, Господи, Сергею Гавриилу. И нас помилуй милости Твоей ради. Укрепи народ Твой, дабы не страшиться царей и начальствующих, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя! Моли Бога нас, святитель Христов Никола, мир ликийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь. Аллилуйя! Научи нас видеть нуждающихся в нашей помощи, Господи Боже наш. Благослови всех наших благодетелей, Елену, Евгения, Евгения, Наталья, Максима, Владимира. Аллилуйя! Молите Бога на святые пророки Божии, пророк Илья, Елисей, Нох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, отроки, пророк Михей, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода того нашего отшествия не застал нас не готовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, херувимы и серафимы, и все небесные силы престолу Божию предстоящие. Аллилуйя! Святые апостолы Петр и Павел, святые евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн,
дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание, через которое мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарус Минский, Устин Философ, Космай Дамиян, Андрей Стратилат, Иерон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимий Комедийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя. Аллилуйя! Амфиму, Вениамину, дай веру, устраши родителей, заложенное воспитание детей. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий, Радонежский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас и сохрани, Господи, наше сокровище книги здесь и в пути на пользу многих людей. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла, первомученица, Фатина, Самаринина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник, Июния, Киприяна, Устина. Да дарует Господь послушание, молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани их от всяческого поругания, и исправь непокоривость Галины, семейства Евгения, Надежды, 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 Светланы, Марии, Раисы, Марины, Юлии, Елены, Галины, Иоанны, избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря, и наше сокровище, сайт и форму, что есть, сохрани, помилуй. И прими нашу молитву, воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятно перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле. Господи Боже всемогущий, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас, во благо нам. Господи, прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Посети болящих Сергея Калеру. Аминь. Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия, сребролюбия, не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви, даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и моя прегрешения, и не осуждать и брата моего. Яко благословен еси во веки веков. Аминь. Боже, очисти меня грешного. Будь милостив ко мне грешному. Прости мои согрешения, соделанные тайно и явно, в уме и в помышлении, в одни и в ночи, от юного возраста и до сей день. Не помяни беззаконий моих, но омой кровью Твоею пречистою. Верю в Голгофскую жертву святыни Твоей, в любовь Твою, что Ты умер за нас, пролил пречистую кровь, когда мы были чужды Тебе. Слава Тебе за голгофские страдания. Аллилуйя! Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия, сребролюбия, не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпение и любви, даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и моя прегрешения,
и не осуждайте брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Аминь. Я прочитаю сейчас, продолжу. Для молитвы требуется мирный дух. Тема была о войне. Это сюда же входит в этот вечернюю молитву. Я скажу, когда кончится. Так. Минуточку подождать. Чуть-чуть надо подождать только в войне. Сейчас поступайте по духу. И вы. И далее мы считаем. Господь говорит, я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Дела плоти известны. Вражда, ссоры, гнев, ненависть, убийство. Поступающие так Царствие Божие не наследуют. Галатам 5, 16-21. Рассуждая о прошлом России, видим, не будь ею захвачено столько земли, на которую жадно смотрят 1,5 миллиарда или 2 соседи с юга и с разных сторон, то нет сил освоить у нас их, обиходе, защитить и удержать эту 1/6 часть суши. Да могло ли бы состояться торжество дьявольского учения марксизма сразу на таком пространстве? Удваивали территорию и до Аляски. И кому это досталось, когда пришел час выбора? Узнаешь про ГУЛАГ, не страшен и Пилат. Ищут причины крушения царя, России, церкви. Врагами нарицают врагов видимых. А главные враги всей беде мы сами. Не учили народ Евангелию. Скрыли за церковнославянским, сакральным в кавычках языком Христа. И когда пришел Антихрист, новые церковные деятели провозгласили его мессией и учение его, не противоречащим Евангелию. И снова стилизуется вера под запросы генерального курса партии. Благословляется христолюбивое, в кавычках, воинство гибнуть. Что искали в Афганистане? 14 700 гробов, а на самом деле намного больше. 50 тысяч израненных коллег и ушли, и ни одной будки не заработали. Ни одного дома, ни одной сакли не захватили. Куда полезли-то? Зачем? А шли воевать, им надо воевать. Пусть они воюют, люди мира сего. Но верующие шли. А теперь поп будет греметь кадилом, отпевать. Куда отпевать-то? С матерками шли, мирных убивали. Если погибло 14 тысяч, то из одного убитого солдата целая улица смешивались с землею. 1,5 миллиона, как говорят. А для нации такой маленькой это ощутимый урон. И нам этого они никогда не простят. И снова стилизуется вера под запросы генерального курса партии. Благословляется христолюбивое воинство гибнуть. И как на старой картине. На бранном поле среди трупов проходит Христос. И распростерши руки говорит. А я говорю вам, любите друг друга. Апостол Павел любил свой народ так, как до него лишь Моисей. Исход 32.3. И после него лишь Серафим Саровский. Смотри, настольная книга священнослужителя, том 3, страница 601. Что готов был быть отлученным от Царствия Небесного, только бы его родные по плоти соотечественники познали Голгофскую жертву, уверовали в воскресшего, в его святую всеощущающую кровь и получили бы удел в Царстве Небесном. Римлянам 9 глава. А земля вся Господня, и что наполняет ее, и куда бы ни сослали, где бы ни жил ты, везде Господь. Толкует святой Иоанн Златоуст в 5 томе, Псалом 23, 1 стих. Наша родня, наши отцы, наша Родина на небе. Господь ему защита такому человеку. Псалом 36, 29 по 40 стихи. Кто иначе понимал об отечестве и думал защищать его оружием плотским, думал ли он, будучи царем, что и для него будут отлиты на его заводах военные пули и штыки,
разрывающие нежное их тело, взявшие меч от него и погибли. И не скорбят ли они в небесах от такого поворота событий, от неправого понимания патриотизма и отечества, ими и всеми, кто превратно толковал им эти понятия от младости? Я говорю об Николае II. Какой бы враг ни наступал на нашу плоть, сделает ли он хуже того, что делал Давид? Кавычки открыты. А народ, бывший в нем, он вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со всеми городами аммонитскими и возвратился после того Давид и весь народ в Иерусалим. Вторая книга Царств, 12 глава, 31 стих. Или то, что готовится еще, кавычки открыты, «Восплачут земледельцы, возделывающие землю, потому что оскудеют у них семена от ржавчины, от града и от страшной звезды. Горе веку и тем, которые живут в нем. Они столкнутся между собой и свергнут много звезд на землю, и звезды у их, и будет кровь от меча до чрева, и помет человеческий будет на земле». До седла верблюда. Страх и трепет великий будет на земле. Ужаснутся все, которые увидят эту свирепость и вострепещут. После того много раз будет подниматься буря от юга и севера, и частью от запада, и ветры сильные поднимутся от востока, и откроет его и облако, которое я подвигнул во гневе. А звезда, назначенная для устрашения при восточном и западном ветре, повредится. И поднимутся облака великие, сильные, полные свирепости. И звезда, чтобы устрашить всю землю и жителей ее, и прольют на всякое место высокое и возвышенное страшную звезду, огонь и град, мечи летающие и многие воды, чтобы наполнить все поля и все источники множеством вод. И затопят город, и стены, и горы, и холмы, и дерева в лесах, и траву в лугах, и хлебные растения их, и пройдут безостановочно до Вавилона и сокрушат его. Соберутся к нему и окружат его, прольют звезду и ярость на него. И поднимется пыль и дым до самого неба, и все кругом будут оплакивать его, а те, которые останутся подвластными ему, будут служить тем, которые навели страх. Третья книга Ездры, 15:14, 35-57 стих. А я говорю вам, кто защитит себя, если Господь уже издал указ о гибели третьего Вавилона, Москвы, Откровение 17-18 главы, о гибели войск царя Северного, Иезекииля 38-39 главы. И кто удержит меч Господа от крови? Иеремия 48-10. Проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч его от крови. Ни в одном действии здесь на земле, ни в одном правиле жизни, ни в одной обязанности гражданина сатана не делает такого лютого насилия, как в обязанности воинской, что все обязаны поклясться отдать жизнь за родную коммунистическую, фашистскую, народную и прочее. Жизнь до последней капли крови. Если кто не согласен, расстрел ему. В «Комиссаре дьявола», книга называется так, Александра Нежного, страница 56-58, описывается по документам о расстреле всех, кто по религиозным убеждениям не пошел убивать людей в гражданскую войну, а призывают в армию якобы для того, чтобы защитить мою же жизнь. Мне не нужно, чтобы меня защищали. Не хочешь? Ты не хочешь, чтобы тебя защищали? Тогда становись к стенке. Дьявол есть лжец и человекоубийца от начала. Иоанна 8:44. О христианах издан приказ истреблять любым способом, где их встретил бы. Это мы читаем 30 декабря Анисия, 3 мая Тимофей, 31 августа Киприан, 3 сентября Анфим, 5 апреля Агафопот, 23 апреля Георгий Победоносец. По старому стилю и жития Дмитрия Ростовского. И что же?
объявив, что все 500 божеств в римском пантеоне есть бесы, вызвав огонь всей цивилизации на себя, христиане призывали на помощь себе не оружие, но самого Бога. И победили всю вселенскую, вселенную без оружия, залив ее кровью мучеников, то есть своей кровью, которая стала семенем христианства. Если Давид не видел праведника, оставленного без хлеба, Псалом 36:25, то тем более подаст вскоре помощь всем верующим в него, хотя и медлит. И ты не увидишь праведника без защиты. И не просто дьявол принуждает проливать чужую кровь людей, которых ты до этого не видел, а даже если и никогда не был в той гористой местности Афганистана или Чечни, но тебя туда толкнули, обязав сделать смертный грех, принести клятву, запрещенную самим Господом Богом. Ну вот на сегодня все. Мы сейчас будем прощаться с вами, кто у нас тут был. Я не знаю, у нас утром-то, Сергей знает, будет, нет общая молитва, потому что у нас тут изменился распорядок последние недели. Будут или не будут, можно ответить, Сергей. Я тогда отключу сейчас, а если нужно будет кому, пусть зайдет.